Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и мы продолжаем проходить анабиоз «Сон разума». Давай, поехали. Чё тут происходит? О, хорошо, что ты вовремя вернулся. Я здесь подготовился, в общем. Нужно проверить. Давай быстрее, скоро капитан придет. Проблема там опять какая-то. Неразрешимая. И сразу ко мне. Утешай, как ребенка. Ну да ладно, возраст. Так, значит, по нашим делам, разрешимым. Двигай на платформу, я стержни вывел уже. Оттуда дальше будешь слушать. Дверь прямо, если кто-то здесь забыл. Так, возможно, из этого я выцеплю какой-нибудь колор. Примерно 1.30. Жалко, он если присядет, то слишком низко становится. Ну ладно. Ну-ка, сиди спокойно, все нормально. Да, я сижу в кораблике своим игрушечным как-то это копаюсь. Тут потом, блядь, там затапливает нахуй. Ну, это как мелочи, серьезно. Подумаешь. Опа. Опасная радиация. Да ладно, все-таки Half-Life будет, да? Так, по мосту к центральной консоли. Запускай режим замены гравитовых элементов. Ну, тут кроме вот этого ничего нет, так что, наверное, это оно и есть. А, да, вот, лежишь. Теперь вниз, к четвертому блоку. Понято. Где Half-Life? Хайдь. Фаза 1. Разблокируй стержень. Все нормально. Давай на балкон к стержню. Я пока вынимаю. На балкон это куда? Поинта. Реально халфа. Фаза 2. Фиксируем стержень. Пускай свежий. Ну. Жрём ты, как семечки. Последний остался. Вот придет сейчас. Что говорить? Все, капитан. Закончились наши батарейки. Нет больше. Поизносились мы. Поржавели. Потрескались. Посидели. Пришло время. Это сколько уже? Лет 20. Да, 20 лет. Не шутки. Ну а потом-то что? Куда податься? Этот хлам мне уже как родной, как друг, что ли? Да нет, пожалуй, как брат. Возишься тут и думаешь, а что, неужели есть другая жизнь? И нужна ли она мне? Так это я, ладно. А как капитан-то? Он же... Да. Ну, хорошо. Давай. Вот все на месте. Фаза 4. Блокируй. Закончили. Снимай режим замены, жду обратно. С одной стороны, вот постановка вообще фраз, всего прочего, да, прям, ну, видно, что подзапарились, говорю...
и так далее. Вот. А с другой, типа такой, куда податься? Типа, ну да, ты же, если жизнь заканчивается после этого. Ну ладно, это возможно. Да. И ты не забыл, что здесь не возвращаются той дорогой, которой пришли? Забыл. Пока не упадет давление. Давай через верхний балкон. Какой из них верхний? Они вроде оба верхние. А сейчас смысл балкона, он как бы, его смысл в том, что он верхний. Здорово, мужик. Да? Ну ладно. А, вот вторая дверь. О! Кэп! У нас всего 20 FPS. Как он такой? Читай. Ты знаешь, а я очень рад. Да, честное слово. А чего ты ожидал? Вы мне уже вот где. Оба. Ты со своим корытом ржавым. Устал я. Пойми ты, не мальчик уже. Наигрался. Ничем этот раз не помогу. Иди, иди, прошу. Ты только что прям по-другому. И можешь не метаться. Ты всех достал уже. Никто тебя здесь больше не поддержит. Ну вот. Говно! Давно пора. Сколько же можно? Я так понимаю, здесь нельзя было профакапить. Просто мне интересно, типа, это же капитан, да? Вот так вот капитан. Это, не знаю, субординация, какая тут... Капитан, никто тебя здесь больше не поддержит. И вообще, пошел ты нахуй! Кому ты нужен, блядь, капитан? Ой, фу! А чё это? А, это реактор? А чё он такой весь? А чё всё замёрзло? С чего бы вдруг? Я не вижу ни единой причины, почему всё могло замёрзнуть. Если что, это сарказм. Rain down the on my head. Rain down the fall on my head. О, опять ты. Ты смотри, я ж тебе... Дойду до тебя, я ж тебя напихаю всем, чем у меня есть. А, из носа кровь пошла. Ладно, ну ладно, хорош, все, 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 понял, 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 не выебывайся. Естественно. О, как совпало, прям эффект присутствия полнейший. О, блядь. С давлением хуёвыч. А, подожди, он еще оружие крутит, да, по-всякому? Ну-ка. Я что-то это не делал. В Far Cry 2 я же смотрел себе. Да, смотри, как крутит. Так, окей, давай тогда по порядку. Ну, тут понятно, ладно. А, нет. Вот пока как раз свет нормально. А, ну просто убирай, потому что типа тяжело держать, окей. Как я помню, в этот было, в Land of the Dead, Road to Fiddler's Green, как он там топор периодически так... Ну, в принципе, ни о чем. Falling on my hand. Так, сюда меня не пустят, да? Пустят? А, сюда мы не можем отойти.
Бля, я теперь на сингулярность похож. What the fuck? Мне прям хорошо, мне прям нравится. Кстати, здесь теплее, чем в некоторых отсеках. Ага, понял. Чё, серьезно? Прям вот так? Нихуя себе. А что случилось-то? Мне кажется, если так бомбануло, здесь бы корабля нахер уже не было всего. Чё это за херня какая-то? Я говорю, хтонь какая-то здесь. У, щука. Так, ладно. Сейчас не понял. А где эта дверка? Она же где-то тут, нет? А, во, все, вижу. А, ну перелезть ты, конечно же, не можешь, да? А, ну вот. А, типа вот я зашел и такой тык-тык-тык. А, тихо, игра, тихо. Чи-джин-джин. Ну да. Баба Нюра, морская пехота, или как она там была? Которая пошел нахуй! Нас кого-нибудь хоть раз убить этой пушкой. Мое. Сейчас, что-то как-то все сажусь. Все неудобно. Ужас. Так, ладно. F5. Не знаю, убиваю вполне себе. Выглядит, конечно, нихуя не так эффектно, как я предполагал. Но она тоже такого довольно ближнего боя. А, это все типа полный магазин? Ну, ладно. С двумя-то чуваками уже посложнее. А что я могу сделать? Я могу водой их обоих. Почему бы и нет, в принципе. Бля, под боеприпасы все поизвел. Окей, давайте попробуем. Пацаны здесь будут, ага.
Второй ты видишь? Второго куда-то в текстуры затянуло, судя по всему. Моя? Моя? Не, слушайте, а вообще вот так вот... То есть они даже сделать как бы ничего особо не успевают. Моя? Че, патроны полные? Че ты хотел? Дай хоть рассмотреть тебя, красавца. Ты дурак, нет? Ух, какой хороший мальчик. Наконец-то я до суда добрался. Так, это лестница вниз. Мы можем потерять значительно больше, если трудности окажутся серьезнее. Серьезнее для кого? Для команды, каждый в которой знает одну простую именную историю, в которой путешествие на полюс – забавная морская прогулка, где ты встречаешь ветер, как унисон зверей, говорящих как бы громовым голосом «иди и смотри». Они указывают тебе дорогу в ледяном аду, и ты идешь, не смыкая глаз, потому что холод медленно забирается в твою высохшую глотку, чтобы свернуться ледяным комом в голодных кишках. Так встречает север. Без флагов, оваций и раскатов национального гимна. Он возвращает из мира иллюзий с ошеломляющим грохотом, вытряхивая из тебя комфорт и блеск всего того, чем ты так крепко прирос к матушке-земле. И только преодолев ее притяжение, ты видишь тот полюс, который остается с тобой навсегда. У меня, кстати, хватит, наверное, камеры только на эту серию. Дальше мне придется прерываться, подзаряжать телефон. Так, это... А, нет, я наоборот закрыл что-то. Че? А что я сделал-то? Что-то я сделал, ладно. Я думаю, там лестница вниз спускается, да нет. Ах ты ебучий стробоскоп. Что ж ты все мигаешь и мозги ебешь мне? Внизу или наверху? Сука. Чего бах? Иди сюда. Бах-бах или пах-пах. Не знаю, что. Кто чем пах? А, ну да, это вот оно. Это вот оно и есть. Окей. Значит, петь. Что такое? Ну ладно. Возможно, намек на будущее. Сейчас как-то интернет такой ко мне подойдет и... Пах! Я такой, бля! Сердечко, сарденька моё, о, и пиздец, и все, я остался здесь на всю жизнь. Блядь, что я не умер, короче. Была шутка про то, что я персонаж бы сдох тогда от страха. Хотя я скажу, что он очень пугливый.
Сапог. Ага. А где сапог, там и его хозяин. Теперь по третьему. Аверкин. Есть. Барбухин. Есть. Добровольский. Тут. Ярашев. Ярашев. Забачев. Есть. Каехтин. Нет его. Левай. Левай. Мазыра. Погиб. Навроцкий. Нуреев. Не найденный. Татауров. Татауров. Есть. Здесь он. Ундаков. Урясов. Бирюлин. Хакимов. Ундаков, Хакимов. В турбинном остались. Навроцкий внизу работал. Сейчас где? Здесь нет. Циверов. Щелканов. Элиашев. Есть. Все? Нет, Элиашев. Юрыгин. Ядугин. Значит так. В штабе ситуацию знают. Экспедиция готовится. Пока рация работает, что-то будем знать. Дальше. По периметру клапаны заваривают. Второй контур остывать будет долго, так что какое-то время тепло будет. По провизии. Я где? Мы не у него, не у тебя и не у меня. Вопрос, мы где? Вот это наконец-то взялся смотреть модерн. Осторожно, модерн. Я раньше целиком не смотрел, второй так периодически кусками. И то не целиком. Зачем перезарядился, кто мне скажет? Вернись, я все прощу. Это как? Все? А, у тебя господи. Ты хорош. А как? Стробоскоп. Ты меня называла. Стробоскоп. Только этого мало. Я знаю, что стробоскоп это, по идее, специальная такая трубка, которая вот это вот делает. Бз-бз-бз-бз, ну просто имеется в виду эффект стробоскопа. Да он меня даже не покоцал почти. То есть реально получается, чем больше прохожу этих штук, чем прокачиваю, что ли? Что раньше меня с пары тычек выносили. Я просто не хочу пока той винтовки тратить патроны. Ай, извините, сейчас, молодой человек, подождите минуточку. Situation is under control. Я могу еще вот это, тебе смотри, что у меня есть. На. Молодец. Вот в конце концов, патроны есть, почему бы не тратить? Так, это мы какими? СВТ, да, это вот эту. Ни хера себе у меня ее уже. Давай перезарядим, ладно. Ладно, понял.
А, все-таки побыстрее. Так, он перезаряжает автоматически мат? Нет? Я стою прям под ледяной водой, вообще ему похуй, да? Ну и хорошо. Сейчас не пройти будет. Блин, дед! По что шуба, дед? Здрасте. Это то самое, да? Давай, 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 мой хороший, давай. Тихо, не выебайся. Ну, помри еще у меня тут, ага, конечно, размечтался. Хуй тебе. Так. Ладно. Я стараюсь. Задраить вход и выход. Включается система пожарного орошения. А как? Телеграф заклинило. Давай реверс, под трибунал пойдешь. Ход на реверс. Пожар в турбинном отсеке. Личному составу немедленно покинуть отсек. А, спасибо, мужик. Я думаю, что он, наверное, ее включил. Я заворачиваю клапан третьей турбины. Включай ручное орошение. А я знаю, где оно. Заебись, включай ручное орошение. Должен знать, где оно, да? Понял. Что не так-то, блядь? Я все сделал, что он мне предлагал. Телеграф заклинило. Давай реверс, под трибунал пойдешь. Ход на реверс. Пожар в турбинном отсеке. Личному составу немедленно покинуть отсек. Задрать. Включается система пожарного орошения! Я заворачиваю клапан третьей турбины! Включай ручное орошение! Yeah.
Что изменилось? Я сделал все ровно то же самое. Какого хуя он умер-то? Я думал, может, надо пойти ему еще клапан покрутить. Нет. Чего? Угу. Да ты заебал, как ты мне попадаешь-то? Давай, там еще один. Да ты ебанутый, нет. Так, тут был пожар. Сейчас мы чувствуем, будем... Что, как в этом было? В Саферинге, что ли? Символ расстрелов и прочего. По-моему, с этим, с... как его называют? С круглым магазином. Бля, я забыл, как винтовка. Пистолет-пулемет называется. С круглым магазином. Ай, дурак, ладно. Чуть в голове винтовка Мосина крутится. Мосин — это не то. Внизу мазут горит уже. Водой не потушим. Нужно включать ингибиторную. Но она травит. Из-за чего? Нужен переходник на клапан. Вот такой, только целый. Думаю, можно быстро сделать. Заготовки ищи там, в углу. У нас как красным подсвечивается здесь, чтобы типа...
США может ну, подавить. Ну что у тебя там? Давай быстрее! Задохнёмся ведь! Извини, это от меня не зависит. Готово! Хватит возиться! Давай сюда, я все закончу сам! Серьезно? А, вот здесь уже больше не горело ничего. Окей. А, блядь, у меня фонарик. Я думаю, что так фонарик хуёво светит? Потому что он не включен, блядь. Вот почему. Ой, господи. Так, какая там дверь? Прежде сразу видно, есть ручки? Можно открыть дверь. Нет ручки, нельзя. Нет, еще немножечко. Сейчас, еще чуть-чуть. Может, мы на логичном месте завершиться, что вот загрузка и все. Ну, посмотрим. А я понимаю, это какой-то очередной босс. Потому что трупа не осталось, патронов с него и оружки не осталось, значит, соответственно... Rain down falling on my head. Блин, все, я прям это заело. Не, ну это лучше, чем какая-нибудь хуйня, когда заело. Послушай, эта песня заест. А я туда не пойду, я пойду сюда. Да? Нет? Эх, ладно. Понеслась душа в рай. А, окей. Здоров. И. Ну и ладно, что там за приказ-то? А, вон, наконец, дай сюда. Капитану ледокола «Северный ветер». О доставке груза прибыть в конечный порт назначения для промежуточного докования. Подготовить и оформить документы для последующего планового демонтажа судна. Ну, хотя да, по контексту можно было догадаться. Закрой дверь, дурак. Хотя да, не особо поможет. Че? Ну ладно, ладно. Да на что ты хочешь моего внимания-то? Ну, пацаны ворочаются, спят, что такое? Да, люди хотят спать, им надо отдыхать. Как ни приску. Самый полный вперед! What the fuck is going on here? Машина! Полный назад! 20 узлов идем! Опасно! Ну, сука, ненавижу вас! Телеграф заклинило! Давай реверс, под трибунал пойдешь! Ход на реверс! А
Так, кстати, вот, да, про это я читал, что вот здесь тоже, типа, писали, что это, типа, баг, они, наверное, должны бегать и что-то делать, и разработчик как раз, ну, типа, видите, они все такие в застывших позах каких-то, да, и разработчик как раз и отвечал в комментариях, что, типа, нет, это так и было задумано, типа, для большего драматизма, что застывший в моменте какой-то вот, застывший фрагмент момент времени. Пожар в турбинном отсеке! То есть это не баг, а фича, как говорится. И эти вот все фразы, которые сейчас это то, что мы уже вот где были и которые, собственно, предотвратили, по большому счету. Значит, мы к концу что уже подходим? Да вроде там... Я просто примерно помню, где там по списку... Я же прохождение, когда лазал, смотри, там плейлист, типа паук был вот здесь, и там еще дохуя после него было. С другой стороны, у меня уже самого после паука там было, что? Хотя нет, он в прошлой серии был. Потому что мне почему-то казалось, что вот этот фрагмент, он где-то в конце. Так, вот сейчас интересно. Сортиры. Ну, в сортирах что-то должно быть, но обязательно. Не может быть, чтобы в хорроре, в сортире ничего не было. Ну, кроме того, что здесь можно замерзнуть нахер, судя по всему. Здесь сортиры душевая, ладно. Это просто атмосферное место. То есть вот это прям бонусная пушка, да, я смотрю. Патроны к ней только в самой жопе где-то все время находятся. Просто не сказать, что она мегаэффективная на самом деле. Хотя она как бы стреляешь, она их жжет, 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 а потом бац, они... Сейчас гениально будет, они жжет, жжет, потом бац, они сгорают. Так, здесь потеплее, ладно. Who's boss of this gym? Актуальные шуточки подъехали. Вы посмотрите, в лазарет переполнен. Коридор к стенкам, быстрее! Всех к стенке, о, вот она, вот они эти совки, всех сразу к стенке, даже в больнице. Так, пора заканчивать, между прочим, сейчас телефон разрядится в самый неподходящий момент, будет весело. У нас из отхаркивающих. Так, готовим пентоцина, ЭДТА. Сколько? Сколько есть. Много нужно. Много! Доктор, вот здесь. Промыть глаза, рот, нос чистой водой. Сменить одежду. Зондовое и беззондовое промывание желудка. Слушайте сюда. При тошноте айрон по одной таблетке 2-3 раза.
При повторной рвоте 1 мл 0,1% раствора атропина внутримышечно. При неукротимой рвоте 30-50 мл 10% раствора хлористого натрия внутривенно. Есть и пить не давать, не разрешать. Кажется, я уже подозреваю, что там. В итоге, неокомпенсант, полиглюкин, все, что есть, внутривенно, до 300-400 миллилитров в сутки. Действуйте! Нет времени! Нет! Все, что есть, кали ему все, что есть, внутривенно, внутримышечно, куда угодно. Ужас какой. А бы хочу какой-нибудь логического сейчас момента такого добраться. Доктор, коллапс! Кардиамин по 2-4 миллилитра. Имизотона 1 миллилитр 1% раствора под кожу повторно. Внутривенно, капельно, 2-4 миллилитра 0,1% норадреналина на 200 миллилитров физраствора. Действуйте! Где ПЖ, там что? Нет, тут нет ручки. Ну и ладно. Можем погреться, кто-то очень хочет. Доктор, посмотрите. Что здесь, Маркей? Что? И так все видно. Они сами насквозь. Светятся уже. Иди пульс проверяй. Иди! Я не знаю. Не понимаю. Что тут понимать? Я вот, кажется, все. Мне кажется, все уже понимаю. Ну, примерно, не конкретно прям. Ну-ка, проверка. Я тебя не отбрасываю. Ну и на кой хер я сюда пришел? Все, дальше тут идти некуда. Сам тебе автосохрани... А, блядь, дверь сейчас есть, что это? Стул. Здрасте, наконец-то. Давай. Два, раз. Двое, блядь. Ой. Можно не надо, пожалуйста? А чё прям хоррор такой пошёл? Морг. Ага. Ну давай. Будешь орать на меня? Опа. А можно я туда? Я полез, все. А, давай это. Блин, тихо. Да что ж ты делаешь-то? Давай это. Нет. Где? А, ну. А. Так. Ну ладно, я думал, сейчас вылезут, надо будет типа пиу. Казалось, нет, блин, ну вот не знаю, то есть, опять же, графон-то старенький, да, но вот дизайнер, ну как бы, как называется, левел, арт-дизайн, конечно, красиво, вот. А вот теперь можешь закончить сейчас, сейчас он загрузится. Знаете, пока скажу, что ссылки на все в описании, проходите, подписывайтесь, вступайте и так далее, вот. А пока что за всем все. Всем пока. Я не знаю, посмотрю, кстати, по времени, сколько там, что еще. Но сейчас надо будет мне прерваться, потому что у меня уже заканчивается зарядка. Еще одну серию там. Там было 47%, у меня где-то, может, сейчас 20 с чем-то осталось. Еще на одну серию точно не хватит. Может, и хватит впритык, но я так не люблю, что впритык. Я люблю, что пишешь себе, да и пишешь. И заодно скину пока файлы с камеры. И, соответственно, еще-то и место будет, и зарядится вообще заебись. Все будет заебумба. И в 5
Вот так. Все, всем пока. We'll be right back.